и господа, мы всецело рады приветствовать вас на очередном инкоме театральных деятелей. Погоди, а что такое инкоме? Как же, ты не знаешь? Это восхваление с древнегреческого. Но ведь мы же в России! И более того, в современной! Послушай, друг, Древняя Греция сейчас вроде как в тренде. Я просто пытаюсь быть модным. Извини, ты очень это верно подметил. Продолжай, пожалуйста. Доктор, дамы и господа, наш сугубо московский театральный инкоми, гвоздь сезона, размашисто славящий деятелей сценических искусств, объявляется открытым. Учреждена Александром Александровичем Галягиным и считается самой театральной премией из всех театральных премий. Давайте помочь. Сергеич, привет! Сергеич, привет! Сергеич, привет! Честно говоря, я всегда сомневался в целесообразности проведения таких мероприятий. Зачем этому миру еще одна премия? Лавра много не бывает, скажу я так. И будешь абсолютно прав. Сегодня на ваших глазах 5 счастливых лауреатов будут поощрены маленькими хрустальными гвоздями. И только один, вознесший всю театральную Москву ввысь и удостоится большого хрустального гвоздя. Таковы наши правила. Театральной премии «Гость сезона» становится режиссер «Версия» театра «Собира» Манон Леско, Большой театр «Турандот», «Телекрон опера», «Царь и Тип», театр «Евгения Вахмахова» и «Анна Каренина», «Московская опера». Что будут учтены все ошибки предыдущих церемоний. И в то же время взято все лучшее из того, что было. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Спасибо. Спасибо вам. А теперь, я думаю, пора начинать церемонию награждения. Знаешь, известна гоголевская ремарка. Христофор, молодой человек, лет 23, тоненький, худенький. А если представить, что режиссер не послушается автора, то, скорее всего, вы попали в спектакль.
вручения награды на сцену приглашается команда спектакля «Ревизор» Московского театра «Цедера» под руководством Александра Калягина, режиссер Роберт Стуа. По-моему, на первую свою постановку в театр Шатаров в Ставели, он говорит, я такой спич подготовил, сидели артисты заслуженные, очень заслуженные. И после, так сказать, речи я ждал каких-то вопросов, была абсолютная тишина, и какая-то актриса подняла руку и сказала, можно вопрос? Вот я с такой надеждой, да, конечно. А как правильно, Роберт Робертович или Роберт Робертович? Вот, собственно, все. Oh,
состоялась во многом благодаря банку ВТБ. Этого проекта, спектакля, и мне довелось участвовать в постановке «Манон Лескло», когда приезжала Анна Матвеевка, и работа была очень интересной. Анна фантастическая, когда она работает в репетициях, на сцене, она, мне кажется, перестает быть человеком, она прилетает куда-то в космос. Это стоило того, чтобы участвовать в этой постановке. Большое вам спасибо. Спасибо. Проходите в зал. Yeah.
Венецию. А что в Москве? В Москве Минкульт. Москва шумит. Русские дивизии на месте. Нужно ли напоминать мне? Нет. Когда образованный европеец должен иметь достаточно понятия о бессмертных созданиях великой древности. Да каждый уважающий себя режиссер должен рано или поздно заглянуть в лицо трагедии. Ведь боги смотрят на нас. Мы у них, как на ладони. Под законом небес победа его рок. О, прекрасный рок! Друзья, вы что-то заболтались? Ваше церемонное награждение продолжаем. Итак, следующим обладателем хрустального гвоздя становится Сарь Эди. Академический театр Евгения Вахтангова, режиссер Рима Ступина. Государственный театр имени Евгения Вахтангова. Режиссер Римас Тунинас. Но работать в этом спектакле и получать удовольствие на сцене каждый раз, когда вы тоже, это тоже огромное и величайшее счастье. Спасибо, Рим Славимович. Спасибо, садитесь. Почему на сцене не потребили плод с круглым?
Спасибо. Ну, во-первых, я хочу сказать огромное всем спасибо. Действительно, премия потрясающая, потому что здесь нет разделения на музыкальный театр, драматический театр, цирк, театр. Вот это главное. И поэтому спасибо всем. Вам спасибо. Владимиру Панкову спасибо, который так потрясающе все придумал. Вот министру нашему тоже спасибо. Вот. Я хочу сказать, что находиться вместе со всеми, кто сейчас в зале, это огромное счастье. И в этом, наверное, самый большой приз. И победителей в искусстве, наверное, нет, потому что победитель в этом спектакле это Пучини. И Москва, которая нам подарила театр. Поэтому я поздравляю всех и, конечно, своих красивейших, потрясающих артистов, которых я обожаю. Особенно, хотя я как понимаю, сегодня
особенно для нас приятно, что я думаю, что из этих ребят кто-то будет будущее нашего жанра. Получилось, у нас нет Анны, та же, как Анна Дмитриевна. Я думаю, что за короткий период 250 раз попасть под поезд безнаказанно не остается. Поэтому у нас, но зато сегодня есть те, кто бросил, композиторы есть, есть Вронский, Дмитрий, есть Питер Щербатская, есть наш приобрет, замечательный Игорь Калинин. Главное, все-таки, и Карина, безусловно. Когда мы начинали над этим проектом работать, надо сказать, что мы безумные, что невозможно сделать из этого мюзикл. А 12 января в Сеуле состоялась премьера Анны Карениной с корейскими артистами на корейском языке, а наша группа ездила туда этот спектакль выпускать. То есть проект пошел достаточно удачно, и это очень приятно получить вот сегодня самую театральную из театральных премий. Нам очень приятно. И вот это не первый наш гость, и я думаю, что вот этот гость поможет нам что-нибудь в будущем еще сколотить. Спасибо огромное. Самое жестокое